It's Mr. Challenge. Сложно ли в него выиграть? Есть ли там вообще какие-то правила? И главная задача это реально засмеяться. Сыграешь ли ты со мной в эту игру? Сможешь ли ты не засмеяться? Правила простые. Их всего два. Первое. Ты засмеялся? Ты проиграл. Второе. Оставил лайк, и жизнь удалась. Поэтому перед тем, как мы приступим к этому нереально смешному видео и нереально сложному челленджу, влепи лайк. Чем больше лайков наберем, тем больше не смейся челленджа будет выходить. Поэтому все зависит только от вас. Моя игра, мои правила, а лайки с вас. Вот так у нас заведено на этом канале. Вот, огромный лайкусик прямо сейчас. Влепил. Часть нового года. И игра начинается. Погнали. Засмеялся, проиграл. Чёрный первый! Чёрный первый! Чёрный первый! Давай, вали! Вали отсюда! Давай! Давай уже, иди! В смысле, я пока сценку показываю! Ёрь, смейся! А если не хочу показывать? Ничего такого не было, я хочу сказать вам. Давай. Я стесняюсь, ребят, я стесняюсь. Давай! Аутист, маленький. Да я стесняюсь. Я мега звезда! Я суперстар, я мега звезда! Да ты рыбки! Вы вообще не понимаете! Вы не понимаете суть сценки, не понимаете! О, я Мария, Ну подождите! Можно добавить нотку адекватности? Если что, я здесь ни при чем. Я их не подговаривал. Я тоже. А, сейчас ты устала, да уже? Всё, не плачь, не плачь. Подожди, а вопрос, вот ты начала плакать, и сиськи куда-то пропали, куда? Она просто не накрашена. Возможно. Я просто не накрашена, вы не понимаете. Здравствуйте, вы кто такой? Да, я ваш будущий кавалер, мадам. Вы... Да чё ты ломаешься, иди сюда. И ты тоже. Вы хотите вот спросить у меня, Игорь, почему ты Стив? Нет. Нет, да я вообще насрать. Почему ты Стив? Да нет, вообще пофиг. Так, это уже типа смешно должно быть, да? Ну окей, это смешно. Ну. Так. Мы ждем, если чё. Жопа тра! Абракадабра! 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 А вот Эдисон потому, понимаешь? Он теперь думает, что я хотел ему сказать, понимаешь? О чем суть бытия? В этом заложен скрытый смысл, если... О чем суть бытия? Я озадачен, честно тебе скажу. Я ничего не понимать. Как жить, как дальше жить? А ты долили в Майнкрафте, Абракадабра! Я ты нубик в Майнкрафте! Так, заткнулись, блядь, вообще, су... Заткнулись, давай! Заткнулись, все быстро заткнулись! Тварь големая, Чё, пацаны, реклама нужна? Нужна реклама, пацаны? Нужна реклама, пацаны! Подождите, можно я добавлю от себя? Это, конечно, все очень смешно, но очень страшно. Поэтому я это выкладывать не буду. Или я поставлю, знаешь, квадратик на лицо. Если ты понимаешь, что нас после этого могут убить. Что ты меня так смотришь своим лицом? Таким вот подозрительным. Мариана, подпиши контракт. Мариан. Не хочу. Может не надо, пожалуйста. Может не надо. Может, обойдемся. Водор.
Ладно, идите. Ой, у меня прям руки трясутся. Поменяй скин, Эдисон, поменяй скин, мне нельзя на него. Пожалуйста, не поменяй, поменяй. У меня руки трясутся, пацаны, мне страшно стало. Первые Майнкрафтеры, которых убьют. Так, пацаны, мне нужна ваша помощь. Ага. Смотрите. Эдисон, скажи мне что-нибудь, пожалуйста. Да если что, это я там матерился, ты вырежи, потому ты дебил! Что это было? Ты дебил! Я не увидел, что это было. Я тоже ничего не увидел. Хорошо, хорошо. Так, Эдисон, скажи мне что-нибудь. Джигурда! Да ладно! А еще что-нибудь? Сектор приз на барабане! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Даю 1000 рублей, и мы не открываем черный ящик. Да ладно! Да ладно! Что спалил? Я так обосрался! Стою, блок, верно, ломается! Думаю, не открывай ящик, дебил! Говорю, даю 1000 рублей, мы не... Да не открывай! Даю 1000 рублей, мы не открываем этот ящик. Хорошо. Но он не открывается. Нет, плохо, открывай, все, открыл, ты 1000 должен, все. А там ничего нету, как бы. Там ничего нету! Так в этом и смысл. Это криптовалюта, понимаете, биткоины. В этом и есть смысл биткоинов. Все, иди опять эту тему начинает. Иди показывай. Да ладно. Иди отсюда. Да ладно. Давай, давай. Ладно, ладно. Подожди, а тут сложно. Это какой-то король. Вот короче. Знаете, есть школа криперов, да? Угу. Вот пошел я в эту школу, значит, и не могу понять, почему с меня смеются. Вообще не могу понять, на самом деле. Непонятно, понимаете? Непонятно. Вот я, короче, купил себе новый рюкзак, и теперь никто не понимает, почему с меня смеются. Жопа какая-то, понимаете? Все писуном меня называют, понимаете? То есть лицо нашего многоуважаемого человека ты хочешь замазать, да? А нам что теперь делать? В смысле, что делать? А, нет. Вот это самое, да, твое, поменяй скин. Это рюкзак классный, рюкзак. Ну о чем вообще? Поменяй скин поменяй. А подожди, сейчас кто? Сейчас я Эдисон, да? Сейчас я. Я что, это рюкзак классный, такого лучше убери его. Убери его, убери его. Чипки! Так, у меня вопрос. Вопрос. Простите, стойте, кто это? Вы это видите? Это я один вижу, да это. Это охрана его. Мне не нравится эта серия, можно его падать? В общем, да. вопрос к Жеке вопрос. Такой, ко мне вопрос. Такой распространенный очень такой сильно вопрос такой. Жека, ну я тебе пока не буду говорить, кто я такой, да, но все. Жека, вопрос такой, ты с кем живешь, вот с кем ты живешь дома? Ты же с Эдисоном, да, живешь? Да, ну, есть там один такой, ну, не нормальный чувак вообще, ну, писюн постоянно показывает, но это... Вы показывает. ГАИ! Писюн, да, показывает, а я твой шипер, где моя бутылка? Понимаешь, а я твой шипер, твой шипер! Моя бутылка! Это просто, знаете, вот выражение лица Якубовича идеально оценивает мою... Показывает моё выражение лица. Где моя бутылка? Шипер, понимаешь, твой? Ты, понимаешь? ГАИ! Понимаешь? Это же не я ж писюн показываю, стоп! Давай, иди. А мне без разницы, я твой шипер, понимаешь? Шипер, зэпэ, шипер вперед! Шипер, мне Кубовича, шипер, понимаешь? Шипер! Бутылка! Я ее не буду подбирать, Эдисон, забери ее. Я Кубович. Отстань от меня! Я один не понимаю, кто это. В смысле? Да, я просто не понимаю, кто это. Алло, пацаны! Да, вот его, да, ща приду, ща погодите. Алло, его, да? Алло, чувака нужно уничтожить. Чувака нужно! Кого? Пошли! Ёпты, пошли! Кого? Его разместить надо, понимаешь? Это охрана моя! Это охрана, тогда себя размести, тогда под его размести. Вы дебилы? Честно слово, это вообще перебей! Убей его! Убей! А кто это такой вообще? Всех убей, я не знаю, я просто на ходу придумаю. Убей всех!
Его убей! Я дух. Я дух смерти. Вы дебилы, да? MP3, да, плеер? Совсем конченые. Да. Так, ладно, я пошел показывать, потому что сейчас надо это... Нормально. Я роняю Запад! У! Я роняю Запад! У! Иди отсюда, дебил! Ты где отсюда? Я MP3 плеер. Я не дебил. Хорошо. Я пока держу себя в руках. Поэтому давай показывай. Ну ты держи, держи себя в руках. Я мега звезда. Я держу себя в руках. Звезда. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Что происходит? Что это? Уу, мама. Так, короче, смотрите, я показываю, да? Это вот для тебя, Эдисон, а это вот для тебя, Жека. У меня бутылка есть, мне не нужно. Давай. Я готов. Мне это стыдно выкладывать, честное слово, ребят. Мне тоже. Это первая серия, за которую мне стыдно на своем канале. Спасибо, тебе стыдно. Пацаны! В общем, тут к вам очень серьезный разговор, к которому мы уже давно готовились, но никак не могли прийти к нему. Дождь выключите, пожалуйста. Даже Майнкрафт заплакал от наших сценок. В общем, пацаны, я давно вам уже говорил, а вы что-то ломались. А потом все же не поломал. Но я вам последний раз вам предлагаю, пацаны, самый последний, понимаете? В общем, смотрите, пацаны. Только никому, хорошо, пацаны? Дебил. Что происходит? Так, там какой-то был красный чувак. Дебил, ты что делаешь? Что делаю? Ничего не делаю, стою просто. Ты мне сценку портишь, иди туда. Куда? Чё, Ладно. Я не буду это выкладывать, пожалуйста. Ты слишком жёсткий. Нас всех убьют. Нас всех убьют. Слышь, ребята, скидывайся. Меня кружку бросают, пацаны. Чувак, сейчас я тебе покажу тумбу. Короче, смотри, это тумба. Говно, жопа, говно! Вы понимаете, что это никто не поймет? Понимаешь, никто не поймет, почему мы ржем как дебилы. Короче, рассказываю. Это наш друг, а вот этот вот ударил его об тумбочку. Никогда я не бил. Я вообще очень мирный. Почему у тебя NVIDIA? Не знаю, это не у меня спрашивают. Я просто красный. Вот ты пострадавший тут. Максимально пострадавший, все тебя побили. Даже твоя вторая личность тебя побила. Ой, надо заканчивать нас. Ёпты-мопты, пиздец. Я говорю, я просто... Можно поставлю вот на превьюшку вот этот вот Якубовича, вот это лицо просто. Что здесь происходит? Пожалуйста, объясни мне, пожалуйста. Лучше не смотрите это никогда, не нажимайте. Если вы нажали, вы... Если до этого мы уже миллион раз писали, лучше не смотрите это видео, то сейчас на самом деле никому не советуйте даже. Не надо. В общем, я предлагаю как можно скорее закончить эту уже ненормальную серию. И заканчиваем на том, то, что вы влепите огромный палец вверх на все наши три видоса. Вот прям обязательно влепить прям сейчас. Я сейчас первый раз себя неловко перед веб-камерой кликну, дорогие. Я тоже, не смотрю. И ребята, нужно еще подписывать наши инстаграмы, там тоже какие-то трэш происходит. Жестокий трэш. Все есть в описании. Всем пока.